it's written here that he is a captain, his full name, and he is an engineer. That's of course his picture in the uniform. Считаю этого человека военным преступником. Хоть я и не участвую именно в военных таких действиях, но исполнять его преступные приказы или просто хотя бы находиться у него на службе, я не считаю для себя это возможным. Для меня это большая сделка с совестью, я на такое не готов. Хочу отметить, что и Кыргызстан, и Таджикистан относятся к нашим. Президент оторван от мира. Он живет в информационном коконе. Последнюю пару лет, большую часть времени он проводит именно в своих резиденциях, которые СМИ очень красноречиво называют бункерами. Он патологически боится за свою жизнь. Окружил себя непроходимым барьером из карантинов, из отсутствия информации любой из интернета. And we arranged a secured flat, secured location, and met him in person. It was amazing to see a very young, very modest guy who was really a little bit embarrassed to speak, like on the kind of first 15, 20 minutes. But later on, he started telling the story, which was a very sad story, you know, of a guy who does not want to work wherever he works, does not want to live in the country. Definitely, it means a lot. It means much more than the faction of representatives of any other security structure, law enforcement structure of Russian Federation. Считаю своей целью, это чтобы ребенок не познал этих ужасов войны, чтобы государство, которое всячески лезет в воспитание детей, ее не коснулось, чтобы она смогла вырасти в спокойной обстановке, смогла вырасти человеком и реализовать себя.